Всем здравствуйте, мастерская слоновой компании. Я Вячеслав, приветствую вас. Сейчас буду отправлять пару ножей. Больше буду отправлять. Ну, два ножа, из которых решил показать на нашем канале. Ножи необычные. Таких мы еще не делали. Первый нож с историей. Вот такой вот фултанг. То есть на самом деле заказан был просто клинок. И заказан был аж в ноябре месяце. Но там при заказе то, что не срочно, где-то к апрелю сделать надо было. Но когда не срочно, оно все и откладывается. Там, когда вспомнил, уже и апрель прошел. Ну и при этом я решил тогда сделать человеку подарок, раз просрочил. Ну, связался в апреле, в конце апреля. Заказчиком вроде сказал опять, что не срочно, ему так это все надо. Я решил сделать два клинка. Ну, они уже были заведены. Один сделал клинком, и один сделали вот ножом. А там сделали два, еще маленький клинок. Я ему предложил в подарок или два клинка за просрочку, ну или готовый нож без доплаты, так как довольно много просрочил по времени. Клиент выбрал нож, ему понравился. Кстати, нож очень удобный в руке, за счет рукояти она довольно не широкая вот в этих местах, соответственно, в маленькой руке будет хорошо сидеть. Но при этом длина рукояти позволяет и большой руке. Все, нож будет лежать в руке, как у маленькой, как, так и у большой, очень даже хорошо. За счет длины рукояти можно удлинить рычаг ножа. То есть что-то рубануть можно будет им. Ну, конечно, нежелательно рубить, я что-то уже заговорился. Вот. Ну, еще один нож, это совсем необычный нож. Такой вот карапуз маленький. Но это не охотничий, это довольно профессиональный нож. Как вы видите. Для людей, ну, для человека, занимающего кожей. Кто-то скажет, что нафиг надо. Такие ножи. Ладно, охотничий, там, кухонный. Но на самом деле, кто профессионально занимается, то такой нож, ну, проблемы, наверное, приготовил. Проблемы, наверное, с инструментом в этом. То есть, чтобы, видите, даже на весу он очень хорошо режет кожу. То есть, я знаю, вот у меня товарищ друг занимается, вот, из ГТ, ну, из кожи шьет сумки, вот ножны индивидуальные шьет. У него проблема как раз такими ножичками. Кстати, я ему сделаю на подарок такой нож. Все-таки много работает. Очень удобно будет резать, как видите. Очень острый, тонкий. Скажу толщину. Толщина 1,8. Вот такой вот небольшой фултанчик. Вот один товарищ на подарок другу. Ну вот примерно, что сейчас хотел показать вам. Всего хорошего. Всем здоровья. С наступающими выходными всех. Удачи.